Приветствую всех, друзья! Продолжаем играть на карте No Man's Land. Так, смотрите, что у нас здесь. Приехал я обратно к этому дому, который идет на разборку вместе с Федором. Взял в аренду вот этот экскаватор с пилой. Ну и плюс ковш еще, потому что нужно будет собрать всю щепу, которая останется после разбора фундамента. Часто вот эти все каркасы деревянные порубим также на дрова. Ну, по фундаменту тоже пройдемся, я думаю, за счет тоже дерева это все поубираем. Ну а сам фундамент будем уже пилой рубить, как говорится, и все это будем складывать в маза. Техники, конечно, сегодня нагнал прилично. Так, что по деньгам? Кстати, был я у Егора, отдавал ему фуру и поговорил по поводу участка этого. Говорит, ну, он вроде как свободный, я ему денежку оставил, 85 тысяч стоит участок. Вот, вечером там должны оформить бумаги, надо будет к нему заехать. Ну, когда уже вернемся, это, как говорится, забрать бумаги, ну и съездим, посмотрим уже на наш новый участок, там, где будем разрабатывать новое поле. Так, по Федору денежку ему тоже надо будет дать. Это в районе 4,5. Даже нет, по-моему, на 5000 мы с ним договорились. За помощь, да. 4,5 обошлось вот эта вот аренда. Техники. С пилой, с этой. Вот, так что предлагаю приступить к работе. Не знаю, сколько еще корзинок наполнится, взял 6. В любом случае они пригодятся, потому что у меня еще там на участке дрова остались. Так что, думаю, не пропадут. Ну что тогда, поехали. Так, ну что, у нас тут осталось совсем чуть-чуть. Еще две плиты дорубить и готово. Конечно, мы дохались мы долго тут, но оно того стоило. Потому что в фундаменте еще много было дерева. Так, ну давай, где ты там? О. В фундаменте было много дерева, и мы еще нормально дополнили корзины наши. Ну вот. А, где-то там. Но... Отлично. Так, складываем ее. Супер, теперь сейчас цепляем куш и собираем все эти опилки. Опилок, кстати, немного получилось. Что? Я думаю, сейчас быстренько все это соберем. У нас кош на 3000. Пару раз, как говорится, и готово. А уже середина зимы, кстати. Снега так и нет. Не знаю, что зима какая-то тоже странная. Вроде зима, а вроде не зима. Так. Все, давайте заберем остальное. Так, цепляем эту пилу и грузим погрузчика. Отлично справились. Все как положено. Так. Поднимай. Ой, что происходит-то? Странно, как-то прицепено. Разложить ее нужно. Так и была. Я понял. Немножко, видимо, не для этого. Все создано, как говорится. Ладно. Давай, 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 давай. Ровненько. Так, это повыше. Оп. Отлично. Все, глушим. Супер. Ну вот, это уже можно отсюда убрать. Так. Что у нас получилось? Полных 1, 2, 3, 4 полных корзины. Тут совсем по чуть-чуть. Супер. Тогда отправим сейчас Федора выгружать. Сколько у нас получилось? 9500 щепы на лесопилку. Тогда пусть едет так. А мы тогда поедем. Сейчас еще продадим немножко дрова. Ну и поедем посмотреть наш новый участок. Раз уже время обеденное, сейчас пока туда-сюда продадим, гляди, и вечер будет. Что ж, ладно, тогда поеду, продам. Все, поехали. Я за ними тогда. Отличная площадочка. Интересно, что здесь будет потом. Надо будет заехать как-нибудь. Так. Поехали за ними тогда тоже. Так, мне сейчас надо будет заехать, продать дрова. Позвонили там на курятнике. Первая точка. Так, и кстати, и здесь же нужно выгрузить. Так, стоп, куда я поехал тогда? Надо-ка, наверное, посмотреть, если хозяин дома, тогда выгружу здесь один. Так, а остальные тогда повезу уже туда. Точняк, все, тормозим. Ладно, пусть едут. Так, разворачиваем. Будем выгружать. Надо, наверное, отцепить сначала то, что... Вот это, наверное, мы отгрузим сначала. Так. И так. Так, борт. Откроем. Так. Отлично, 15 тысяч плюс. Это неплохо. С одного. Ехали дальше. Так. Федор не торопится, что в телефоне, что ли? Эй, не спи, я уже на курятнике. Она в телефоне играет. Так, сейчас нужно припарковаться как-то туда задом, наверное, заехать. Оп. Так. Это есть совсем как-то узковато. Как здесь проезжал? Он там разворачивался. Ладно, попробуем по-другому. Будем разворачиваться. Ну, вот так вот. Сейчас на ремне отсыпаемся. Отдадим крайний. Так, еще у нас останется 2, да? Ну, 2. Ну, тогда повезем на еще одну точечку. Покажу ее чуть позже. В принципе, тоже здесь недалеко. Так. О, отлично. Стой, 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 стой. Опа. Супер. Так, складываем. Здесь вот есть точечка еще рядышком, вот, рядом с Егором, вот тут. Уже я сюда еще не возил, а нужно. Так, и зеркало это мое, которое ничего не видно. Так, выходим. Отлично. Оп. Разворачиваем. Борт. Вот этот разгрузим. Так. Второй будем зацепить. Отлично. Очень стоп. Нам туда. Подать. Опа. Как раз дотянулись. Супер. Так, этот закрепим. Закроем. Ну что тогда, поехали, продадим остатки. Так, и нужно поставить сканер на базу к себе и сходить, не знаю, съездить, попросить кого-то, чтобы свозили, забрать свои «Жигули». И на автобазе остались. Так, ладно, я тогда поехал на базу к себе. Последний шпадон забыл продать. Сейчас перекупщику сюда забрался. О, за одну магазин заскочу. Потом уже к себе. Так. Поворотниками, кстати, так и не разобрался. Передний показывает влево, задний вправо. И наоборот. Что с ними, я так и не понял. Так, здесь нужно, наверное, развернуться. Так, сейчас вот так здесь проедем. Вот. Отличненько. Здесь остановимся. Так, разворачиваемся. отлично. Вот еще две корзинки останется как раз. Это к нам на базу поедет все. Потому что там тоже нужно доколоть дрова еще себе. Так, что-нибудь. Поставим ее сейчас поровнее так. Оп. Ой-ой-ой. О, отлично. Все. Открываем борт. И едем на базу. Так, я тогда загоняю фуру, встретимся уже на автобазе. Забыл уж в магазин сходить. Вечер, забрал как раз бумаги у Егора по участку. О щепе Федор продал 4750 получилось у нас по 500 за 1000 кубов. Она 9,5 было, так что плюс 4500, в принципе, считаю, неплохо. Еще осталось только Федору перечислить денежку, уже вечером сяду, на карточку скину 5000. Ну того, в принципе, в нормальном пусике мы сегодня. Так, ну вот они, наше новое владение. Вот этот вот получается мой участок. Я так понял, что он до вот горы вот это идет. Вот часть леса от этого будет моя, так что нужно будет порубить на дрова тоже, или на бревна, посмотрим. И здесь будет поле, единиц с этим, будет одно здоровенное поле. Ну плюс вот в этой стороне тоже, думаю, все-таки, наверное, поставить себе коровник. Как денег не особо хватает, но будем видеть. Так что вот такая вот была серия. Всех, кто смотрел, спасибо. Всем пока.